достать. Переглазов. Чинахов. Попов. Ковальчук. Сергеев, а вот это дело. Нужны броски. И Сергеев дает эти броски. В створ, правда, не попал, но тем не менее. Шайба в средней зоне, в зоне обороны, но ведь и Костин не попал в пустые ворота. Акулов. Бабах! Бросает ее! Шимон Глобис также ярко отбивает. Буше! Каски! Интересно, Каски на синей линии один перекрывает всю синюю линию. Ой-ой-ой! Как там Йохансен эту шайбу увидел? Молодец. Шеребзянов делает передачу по левому борту. Костин. Акулов. Налево делает пас. Шелунов со входа в зону стреляет, но мимо створа шайба летит. Вылезает. И каким образом шайба не зашла? Хотел ногой остановить. Это Лайпциг подождал. Он увидел, поднял голову. Но давайте об этом потом поразберемся. Да, Сошников без паузы идет. Игра уже много времени. Рядом со штангой вновь стреляют армейцы. Чинский врывается в зону, бросает, и шайба, по-моему, в закруглении ворот попадает. Еще один бросок. Тут уже Светлаков трудится, ловит шайбу на себя. Акулов, ну вот я так понимаю, Акулов вместо Шелунова занимает в правом круге вбрасывания. У Акулова тоже с броском все в порядке. Может быть, не такой он сильный, как у Шелунова, но предельно точно. Ну и вот, пожалуйста, бросок от Константина Акулова. Шайба в ловушке у Шимона Груевца. Такое впечатление, будто ЦСКА сравнял счет, а не сократил. Вперед пошел авангард. И снова Каски прокатывается по лицевой. Ох, бросок Ковальчука. Юхансон цепляет эту шайбу. Илья Ковальчук забирает, раззудись, плечо гран-при, разограв шайбу за 155 км в час. Второй период. Поехали. Каски. Каски, несмотря на то, что он так достаточно часто бросает от синей линии, он очень редко попадает в обороняющихся игроков, и что очень ценно, в первого игрока не попадает. Как правило, он шайбу доводит до ворот.